Экспозиция, приоткрывающая сам процесс создания произведений. В выставочном зале имени Нужина открылась выставка Леониды и Лизы Малафеевских. Живопись, графика и ювелирный дизайн переплетаются и словно находят отклик друг в друге. Хоть художник и работает в разных жанрах, в их произведениях много схожих черт. В своих работах Лиза Малафеевская вдохновлялась архитектурными формами украшений стерлингового серебра и позолоты. Выразительные, изящные, словно бросают вызов сложной формой. Свои полотна Леонид Малафеевский создавал специально для этого проекта. Его образы завораживают и таят загадку. Это вот цикл вот этот, он в принципе делался с учетом концепции этой выставки. То есть это как бы не фон для ювелирки, это больше, может быть, даже как расшифровка пластики ювелирной. И в этом смысле и ювелирка тоже как бы отсыл графики, которую я делаю в живописи. То есть в этом смысле мы как бы очень близки. Я однозначно по большей части работаю именно с формой, с образами уже во вторую очередь. Даже если я представляю каких-то конкретных персонажей, которым посвящаю свои изделия или даже коллекции, я все равно выполняю непосредственно работу через призму своего формы восприятия, формы понимания и своих мыслей по поводу конкретной формы.